Серия маршрута Москва-Крым. Проехали, позади остался Славянск на Кубани. На расстоянии, ну, нескольких сотен метров слева станица Анастасиевская. Станица Анастасиевская. В этой серии, значит, проедем по Крымскому мосту. Участок проезда подарка я оставлю без ускорения. Ну и далее. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Далее по ограничение 90. По Таврии. Строящейся дороги Таврия. Рукавое движение.
Слышно, как глючит смартфон. Вот почему так происходит, я не знаю. Условия движения очень хорошие, полотно очень хорошее, и разметка, и обочина. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. К сожалению, вот в это время, когда совершался маршрут, кроме Яндекс.Навигатора, никто не прокладывал через Крымский мост. Мы еще не успели, видать. Так что перед отправкой с левой стороны по ходу движения проверьте обновление своих навигаторов, своих Коржевский, устройств навигации. Если бы была бы станица, наверное, по-другому бы называлась немножко. Сейчас движение по Краснодарской улице. Вот до Коржевского еще есть расстояние около километра, но уже... Вот этот участок считается улица Краснодарская. Впереди. За мной хвост скопился. Но тут сплошная населенный пункт. Это раз, и потом старался двигаться с минимальной скоростью, чтобы можно было качественное видео передать. Снять качество. Впереди город. Ограничение 60. Это город Коржевский. Значит, не поселок, не станица, город Коржевский. Вот так вот будет правильно. Улица Ленина. Краснодарская улица. Впереди, кстати, тоже колонна машин идет приличная. По идее, было бы правильно, если бы я уцепился за хвост автобуса и ехал с ним. Но у кого не будет навигации, то можно вот таким же образом, таким же макаром. Уцепиться за туристический автобус, за междугородный автобус, он сразу выведет, ну, ребята уже, наверное, неделю тут катаются, знают повороты. Они, не доезжая Темрюка, уходят налево. А я, ну вот, вы видели, как он свернул налево, по идее, нужно было за ним ехать.
Светлый путь Ленина. На мост. Ленина. Я поехал в Темрюк. Город заодно посмотреть. Октябрьская улица. Что-то опять случилось. Впереди станица Курчанская. Центральная улица называется Красная улица. Что-то у меня... Или опять с разветвителем. Сейчас не помню, что там случилось, но в полном видео без ускорения с оригинальным звуком там все это будет, наверное, слышно. Впереди станица Курчанская, заезжать не будем, обойду ее с левой стороны по объездной дороге. Ну вы слышите, да? Как глючит. С правой стороны станица Курчанская. Так, Садовое товарищество. Называется Северные сады. Садовое товарищество. Улица Комсомольская. Постепенно переходит в улицу 27 сентября. Ну, я не знаю, что такое. В интернете поищите. Впереди город Темрюк. Впереди город. Ограничение 60. Ну, это примерно через 4-5 километров. В городе Темрюк или в Темрюке есть конечный завод. Не знаю, работает или нет. Thank you.
Ну, слева и справа по ходу такие садовые товарищества, садовые некоммерческие товарищества. Справа зеркало озера, но я не вижу названия, поэтому... Видите, как карта у меня меняется. Глючит мой ноутбук. Да, элементарно нахватать писем счастья. Здесь можно ограничение 40. Имейте в виду. Мне нравится такой город. Откровенно. Без высоток. Полисадники. Ни заборов по 3 метра. Все открыто. Простор ощущается. Темрюк по ходу, Темрюк, значит, в Темрюк через центр не поеду, по окраине. Край города. Впереди камера. Ограничение 40. Поверните направо. Прямо. 6 километров. Так, двигаемся на Тамань. В сторону Тамани, да. Это о том, что нужно было двигаться за автобусом туристическим. Да, вот этот момент упущен организаторами движения. К сожалению, не поставили ни указателей таких ярких, привлекающих внимание, чтобы люди не плутали. К сожалению, недоработка. Thank you.
с правой стороны примерно полукилометре урочище Дубовый рынок. Прямо по ходу населенный пункт Стрелка. Да, строительство Тавриды, пока объезжаем частями. Прямо по ходу поселок Белый. Пока вот комментирую, обрабатываю видео, разместили короткую подборку посадок в аэропорту Домодедово. Справа далеко впереди станица Старотитаровская. Вот примерно через 10 километров. Дорога в очень хорошем состоянии. То есть движение в Крым через Краснодар вполне комфортное. Не видно вдоль трассы, чтобы торговали сельхозпродукцией, ягоды, что там еще. Но со временем, я думаю, когда поток туристов хлынет по этой трассе, то ситуация резко изменится.
Ну, за ведущего я принял автобус. Буду держаться его. С волнением жду встречи с мостом. Ограничение 40. Это я обращаюсь к водителю автобуса, но у него нет радиостанции. Впереди опасный перекресток. Ограничение 70. Ну, полотно дороги светлое, так что можно двигаться и в темное время суток. Вот проезжают автомобили с антеннами, но не отвечают. Или отключены антенны, или настроены на другой канал. Впереди. Ну вот, уже по всей вероятности это трасса Таврида. Ну, я думаю, пока буду ехать, пока поеду, ну, скажем там, ну, в Крыму же, может быть, ближе к Симферополю, может быть, остановлюсь, потому что карты памяти заканчиваются на видео, но мне не хотелось бы Севастополь снимать опять ночной. Ну а завтра утром уже чуть свет, скажем так, помыть машину и передать ее. По берегу. Алло. Алло. Да-да-да. Да-да-да. Ну как договаривались. Это я об обратном пути. Ну я посмотрю по этому, по навигатору. Или ехать на автобусе, ну, все, пока, ага. В Москву или на самолете. Уже в салоне автомобиля запах воздуха моря. Ну, скажу, что я улетел запах моря из Крыма на самолете, если чувствуется. Ну, может быть, так и сделаю, чтобы максимум видеоинформации. Уже совсем недалеко. Крымский мост. Так, ну что, навигатор у меня хрен знает. Буду ехать по знакам. Навигатор. Перестрою. Прямо 6 километров. Куда ж ты меня тащишь? 6 километров. Может тебя.
маршруту, хоть и хваленый Яндекс.Навигатор через мост прокладывает маршрут, но в салоне автомобиля запах моря. Вот, дорога разделена отбойниками, встречные потоки по две полосы в каждую сторону. До Крымского моста осталось порядка 30 километров. Порядка 30-35 километров. Думаю, проезжая по арке, я фрагмент оставлю без ускорения. Там несколько минут. Несколько минут без ускорения будет. Короткий фрагмент маршрута Москва-Крым, проезд через Крымский мост, я разместил под названием Крымский мост 2018, 25 мая на автомобиле. Там уже около 2000 просмотров. Ну вот, мотоциклисты или байкеры как двигаются в сторону Крымского моста. С правой стороны Тамань. Настраивая навигатор, я MapMe брал финишем Тамань. Ну, уже во время движения сориентировался и понял, что вот на трассе Таврида нахожусь и движение в сторону Крымского моста. Но из на видеорегистраторе не видно. Но море видно. Да, еще не сезон. Во-первых, во-вторых, мост пущен только для легковых автомобилей пока. В декабре обещают вроде бы грузовой транспорт пустить, ну а через год и железнодорожную часть. Вот тогда, я думаю, сейчас пока легковые автомобили, плюс ко всему навигации еще нету, тут кроме Яндекса, и часть автомобилей движется в сторону в сторону парома.
временами шумопоглотительные экраны, населенные пункты там находятся, потому что шум, думаю, будет доставать жителей. Это сосед ремонт делает. Вот сейчас появятся экраны. Шумоотражающие панели такие, ну, видно будет. И это мы уже въедем на мост. Потому что по карте... Впереди плохая дорога. Ограничение 20. На море. Ну вот панели, значит, мы уже на мосту двигаемся. Двигаемся по мосту. На карте четко видно, что слева и справа водная поверхность, водная гладь. Временами разворачиваю видеорегистратор, чтобы заснять, но слишком низкая посадка и море не видно. Хорошо ехать на автобусе, там и посадка выше, и видимость гораздо лучше. Ну, до арки моста осталось недалеко. Моя мечта — посмотреть, проехать по арке совсем близко. Двигаемся по Крымскому мосту. Это уже Крымский мост. Строительные экраны пока. Но до арки Крымского моста еще далековато. Это уже мост. Сосед как будто с ума сошел специально, что ли. Ну ничего, подождем, когда он закончит греметь. Так. Приближаемся для остановки, чтобы посмотреть, таких арки. Площадок, она уже вот, к сожалению, нет, заметно. Может быть, со временем что-нибудь придумают, но пока... Трудно передать чувство. О, впереди мелькнуло от восхищения, гордости. Арка моста вот, на горизонте. Видишь все это, всю красоту. Ну, передать словами невозможно. Так, Александр VII, путник 81, Николай Брежнев, Николас Дембицкий, другие подписчики. Вы реально можете убедиться в этом чуде. Вы сами можете наблюдать эту красоту. Белоснежная арка моста
И вот проезжая все вот автомобили, которые движутся, они включают аварийку, замедляют скорость и снимают на видеокамеры, фотоаппараты вот этот момент, момент торжества. Все ближе, ближе. Вот она, белоснежная красавица Арка. Это реальный комментарий. Я включил аварийку. Съемка идет на два видеорегистратора. На лобовом стекле и на заднем стекле. Вот она. Горло перехватывает от эмоций. Вот она. Ура! Я прощаю подаркой по арке. Ребята, я искренне желаю, чтобы вы вот смогли сами проехать, посмотреть, полюбоваться этой прелестью. Но мост продолжается. Мост продолжается. Вот разворачиваю видеорегистратор. Да, нужен другой ракурс, наверное, гораздо лучше это будет видно из автобуса, и трудно передать вот то восхищение, когда уже из окна поезда будут снимать. Из окна поезда съемка будет гораздо эффективнее, гораздо красочнее. Я думаю, YouTube будет переполнен этими видео из окна поезда. Двигаемся по мосту. А если ехать на автобусе, конечно, будет повыше, и тогда можно и море заснять, но вот здесь, к сожалению, поверьте на слово. Ну, отбойники закрывают панораму. Да, желаю всем проехать по мосту, полюбоваться, испытать гордость за страну. Но мост еще продолжается. Ну, кто захочет послушать полный... Передавать словами, короче, это нельзя, это нужно видеть. Смотрите на аккаунте Видеодорог 2, это будет с оригинальным аудио, без ускорения. Послушать. Ну вот, проехали. Да. Проехали. Как в тумане. Проехали.
Да. Точно. Я проехал по многим мостам России, от Мурманска до Владивостока, от Нижневартовска до Сочи, Крым. Посмотрел много мостов, не все, конечно. Вот, но из того, что видел, впечатляет мост Вантовый в Муроме, потрясающе красивый мост. Потрясает Вантовый мост во Владивостоке с островом Росский. Такие картинки остаются в памяти навсегда. А вот Крымский мост – это что-то отдельное, непередаваемое. Пока он еще не до конца построен, я имею в виду, не открыто грузовое сообщение и не достроен пока железнодорожный мост. Осознание этого придет позже, конечно. Но красота, я скажу вам, гордость за страну – это непередаваемо. Непередаваемо. Сейчас двигаемся по трассе Таврида. Крымский мост остался позади. Идет строительство дороги Таврида. Ну, дальше там видно будет. Еще не полностью готов к эксплуатации участок этой трассы. Ну, вот такая вот трасса, она будет трасса, она, по-моему, называется Таврида. Через весь Крымский полуостров. Я думаю, следующие серии будут не менее интересными, потому что от Феодосии в сторону Судака и по побережью. Серпантин. Наверное, заеду в Феодосию, а там уже покажут. Так что ожидайте. Он зимой проезжал, тогда дорога строилась. Но она до сих пор еще пока в состоянии стадии строительства. Вот будет по две полосы в каждую сторону. Сейчас пока по одной полосе. Вообще впечатляет то строительство, которое идет в Крыму, я имею в виду дороги. Не знаю, в каком году сдадут эту трассу, но вот никак. Движение будет тут, я думаю, гораздо плотнее. Громадная идет строительная, дорожная строительная работа. Пользуясь моментом, хочу сказать, что крайне необходим мост через реку Лена от Якутска к Нижнему Бестяху, Нижний Бестях. Там, к сожалению, сообщение только в зимнее время по зимнику или летом на пароме. Уже много десятилетий планируют построить мост, но пока
пока там конь не валялся, как говорится. Крайне необходим мост от Якутска через реку Лена. Крайне. Как в сказке проехал по мосту, не помню. Да. Это вот такие ощущения в тот момент на дороге. Впереди поселок или город Черняково. Ну вот отдельные участки трассы Таврида строится, движение пока по старой дороге. С левой стороны можно наблюдать строительство новой. Огромное количество техники согнано. Работа идет. Я не знаю, в каком году сдадут в эксплуатацию, но сообщение станет гораздо быстрее, гораздо удобнее. Ну, многие вопросы будут сняты спуском трассы Таврида. Вообще-то нужно было бы, на мой взгляд, переименовать трассу М4 Дон в трассу М4 Крым. Ныне действующую трассу М4 Крым переименовать трасса, ну что там у нас, Донецк, может быть, Донбасс, трасса Донбасс, потому что она упирается в границу Украины, и по ней проехать на Крым крайне затруднительно, я бы сказал, невозможно. В данное время таможня, граница закрыта со стороны Украины. Ну вот как-то так. Сейчас беру курс на Феодосию. Останавливаюсь перестроить. Вот остановился навигатор. Нафигатор салмаки снял. Сорвал цветочки. По дороге растут. Ну, короткая остановка. Это Крым. Движение дальше. Трассе в Крыму. Путь сейчас на побережье. А, останавливался, чтобы поменять карту памяти на Акиноре. Съемка идет на видеорегистратор DataCam 6 Max. Значит, на DataCam 6 Max установлен фильтр поляризационный. Ну вот он разные такие блики обрезает, не влияет на качество картинки. Ну вот по этой дороге я в этом году уже два раза ездил, в феврале, по-моему, или в январе, уж не помню. Один раз в Симферополь, один раз в Севастополь. А вот по берегу еще ни разу не ездил.
Бензин дороговатый в Крыму. Вот в данный момент что-то порядка 44-45 рублей. Это очень дорого. Но я думаю, с открытием движения по мосту для грузового транспорта и со строительством трассы Таврида это повлияет на цены на бензин. Много еще нерешенных вопросов в Крыму. Не буду пока о них говорить. Я думаю, без меня, от кого это зависит, прекрасно знают. Слева по ходу движения село Ленинское. С правой стороны видно насыпь, это строительство трассы Таврия. Так, никаких пока сообщений. А вот сообщение. Влад Христофоров написал. Добрый день. Сейчас пересматриваю ваше видео. Видео о трассе Смоленск-Москва, часть 1/2 от 7.2.15. Хотел бы узнать, откуда вы взяли песню. King Summer. Я ее нигде не могу найти, только Shazam определяет ее, а с него качается платно. Есть ли источник, где можно найти эту песню? Конечно, можно. Я пользуюсь медиатекой Ютуба. Там можно. Там огромный репертуар на самый изысканный вкус, там и классика, и металл, и все что угодно в медиатеке Ютуба. В каком разделе находится King Summer, вот этот, я не знаю, там, ну, полазите, найдете в медиатеке Ютуба. Так, снова Влад Христофоров. Также вопрос, не собираетесь ли вы в Питер? Я бы хотел, чтобы вы выложили участок трассы М-11 с 334 по 543 километр. Его 6 июня должны открыть. Но если будет заказ, например, в Мурманск или Петрозаводск, ну, в крайнем случае в Питер, естественно, сниму. Я же не специально вот езжу по трассам. Съемка для меня имеет очень высокое, очень серьезное значение. Снять, показать всем вам. Но основное у меня это перегнать автомобиль. Перегон автомобилей. Вот это главное пока. Много было предложений вот тут поблизости, в Саратов, вот на такое расстояние, но я от них отказываюсь, это слишком близко. Это Крым. Старая дорога, трасса Таврида. С левой стороны населенный пункт Красногорка. Справа Королёва.
данный момент направление на Феодосию, после которой я уйду на Судак. Я думаю, многим понравится этот дорога по серпантину. Думаю, будет полезно для тех, кто собирается своим ходом приехать в Крым. Осталось немного серии, вот, чтобы ознакомиться с трассой Москва-Крым. По Тавриде от Керчи до Симферополя, а также от Керчи до Севастополя, эти видео уже у меня есть. И с ним, это видео можно найти по названию «Москва-Симферополь», видео о маршруте, и «Москва-Севастополь», видео о маршруте. Так что в этом году я уже дважды проехал по этой трассе. Вот теперь буду пытаться проехать по побережью. Ну, местность открытая, вот контраст, такая вот открытая местность без каких-то особых привлекательных природных явлений, что ли. Ну и открытое место, ни деревьев, ни гор, ничего. И резкий контраст вот с этой трассой, это вдоль от Симферополя до Судака и далее до Ялты. Ну и в конце концов до финиша. Резкий контраст в ландшафте, я имею в виду. Конечно, серпантин тоже требует серьезного внимания. Там тоже необходимо делать или ремонт, или ну что-то делать надо. Ну, осталось совсем немножко до окончания 7-й серии. Трасса Таврида, полуостров Крым, движение в сторону Феодосии. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 60. По крайней мере, так планирую. Инфраструктура пока не очень развита. Интересно будет посмотреть на эту трассу годика через 3-4. Но это опять-таки историческое видео. Скоро уже будет пущено Таврида.
ситуация начнет резко меняться. Зачем останавливался? А, нет. Ошибся. Движение однообразное, интенсивность движения достаточно высокая, но по мосту проехали, движение пока очень слабое, к счастью, очень слабое, но скоро такая обстановка изменится. Я думаю, будет возможность у других проехать по этой трассе. Залил, заснять и разместить в интернете. Я бы с удовольствием посмотрел бы это. Везде, повторю, дорогой. Ну, полгода, что ли. Это заключительная часть 7-й серии. Заключительный фрагмент 10-минутный, но который в связи с ускорением будет 3,5 минуты. Я еще сам не смотрел движение по серпантину от Феодосии в сторону Судака, ну и вдоль всего побережья. Так что самому интересно будет посмотреть, какие виды там открываются на море. Это нужно только видеть. Может быть, отдельно размещу потом видео съемки на задний видеорегистратор. Там я не подумал, надо было антенну ставить на крышу, я поставил ее на багажник. Конечно, она вид портит. Ну и нагревательные элементы на стекле тоже видны. Температура высокая, порядка 30 градусов, что может быть 27-28, вот так, жарко на улице. Там мы были зимой, и зимой была температура положительная, уже кое-где была зелень, но юг есть юг. Все, на этом комментировать заканчиваю. Приступаю к обработке видео. Ну и до 8-й серии. Не пропустите. Я думаю, там будет очень интересно посмотреть по серпантину.